Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подниматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые истлевшие кости. В одном месте деревянный гроб выставлялся истлевшим углом, в другом скалил зубы человеческий череп, уставясь на нас черными впадинами глаз. Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища и играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни голеней, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным, слегка склонявшимся к городу пологом любовно скрывала в своих объятиях ужас и безобразие смерти. Мы были одни. Только воробьи возились кругом, да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок. «Нет никого», — сказал один из моих спутников. «Солнце заходит», — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горой. Дверь часовни была крепко заколочена, окна высоко над землею, однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни. «Не надо!» – вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку. «Пошел ко всем чертям, баба!» – прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину. Я храбро взобрался на нее, потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него. «Ну что ж там? Что же там?» – спрашивали меня снизу живым интересом. Я молчал, перегнувшись через косяк. Я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественной тишиной брошенного храма. Внутренность высокого узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотым старые ободранные стены светом. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильную тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особая тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то странных предметов, маячивших по полу причудливыми очертаниями. Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав ту же процедуру, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму. «Престол», – сказал он, вглядевший странный предмет на полу. «И паникадило, столик для Евангелия. А вон там что такое?» – с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом. «Поповская шапка? Нет, ведро. Зачем же тут ведро? Может быть, в нем когда-то были угли для кадила? Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься». «Да, как же, так и спущусь. Полезай сам,
если хочешь. Ну что ж, думаешь, не полезу? И полезай. Действия по первому побуждению я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул, но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни в ее темных углах. Несколько воробьев спорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие. Мне было жутко. Глаза моего друга сверкали захватывающим духом любопытства и участием. «Ты подойдешь?» – спросил он тихо. «Подойду», – ответил я также, собираясь с духом. Но в ту эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Сначала послышался стук и шум, обвалившийся на хорах штукатурки. Что-то завозилось сверху, тряхнуло в воздухе тучей пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей вознёй, вылетела из темного угла, мелькнула, распластавшись на фоне голубого неба в пролете, и шарахнулась вон. Я почувствовал прилив судорожного страха. «Подымай!» – крикнула товарищу. «Подымай!» – схватившись за ремень. «Не бойся, не бойся!» – успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца. Но вдруг лицо его исказилось от страха. Он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня. Впрочем, больше удивлением, чем ужасом. Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как бы будто детской руки. Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я не страдал. Чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быструю дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, ввиду каких-то странных и необъяснимых явлений. Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот. Почему же он не лезет себе назад? Видишь? Испугался. Первый голос показался мне совсем детским. Второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз. Что же он теперь будет делать? Послышался опять шепот. А вот погоди, ответил голос постарше. Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура. Это был мальчик лет 9, больше меня, худощавый, тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами. Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или вернее из люка в получасовне, который он покрывал, сзади мальчика
показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски любопытными голубыми глазами. Я несколько отодвинулся от стены и, согласно рыцарским правилам нашего базара, тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение. Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил: «Ты зачем здесь?» «Так», — ответил я, — «тебе какое дело?» Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня. Я и не моргнул глазом. «Я вот тебе покажу», – погрозил он. Я выпятился грудью вперед. «Ну, ударь. Попробуй». Мгновение было критическое. От него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же взглядом, не шевелился. «Я брат. И сам это тоже», – сказал я, но уж более, так сказать, миролюбиво. Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала вновь, приподнимаясь и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивительным и отчасти испуганным взглядом. Это решило исход дела. Стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением. «Как твое имя?» – спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки. «Вася. А ты кто такой?» «Я Валек. Я тебя знаю. Ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки». «Да, это правда. Яблоки у нас хорошие. Не хочешь ли?» Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моей постыдно бежавшей армией, я подал одно из них, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валику. «Боится», – сказал тот, и сам передал яблоко к девочке. «Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазил в ваш сад?» – спросил он затем. «Что ж, приходи, я буду рад!» Ответ это озадачил Валика. Он призадумался. «Я тебе не компания», – сказал он грустно. «Отчего же?» – спросил я, огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова. «Твой отец – пан судья». «Ну так что же?» – изумился я чистосердечно. «Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом». Он покачал головой. «Ты бырцы не пустит», – сказал он. И, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился. «Послушай, ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если ты бырцы, тебя застанет, о, будет плохо». Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни. А до города было не близко. Как же мне выйти отсюда? Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе. А она? Ткнул я пальцем в нашу маленькую даму. Маруся, она тоже пойдет с нами. Как, в окно? Валек задумался. Нет. Вот что, я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим путем. С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну, отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стенами снаружи. Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток. Что это было вчера?
«Как хорошо», — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полной грудью влажную прохладу. «Скучно здесь», — с грустью произнес Валек. «Вы все здесь живете?» — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы. «Здесь все мы. Где же ваш дом?» Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без дома. Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил. Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу, пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы на равнине. Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх, голубыми глазами спросила: «Ты придешь к нам опять?» «Приду», — ответил я, — «непременно». «Что ж», — сказал в раздумье Валек, — «приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе». «Кто это ваши?» «Да наши, все. Тыбырцы, Лавровский, Туркевич, профессор. Тут, пожалуй, не помешает». «Хорошо, я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте». «Эй, послушай-ка», – крикнул мне Валек, когда я отошел несколько шагов, – «а ты болтать не будешь о том, что было у нас?» «Никому не скажу», – ответил я. «Ну вот, это хорошо. А если твоим дуракам, когда станут приставать, скажи твоим, что видел черта?» «Ладно, скажу моим дуракам. Ну, прощай, прощай». Густые сумерки залегли над княжьим веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком нарисовался тонкий серп вокруг замка, луны. Загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку. «Вася, друг!» – заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ. «Как же это ты, голубчик?» «Я? А вот как видишь? А вы меня бросили все, побоялись?» Он потупился, но любопытство взяло вверх над чувством стыда, и он спросил опять: «Что же там было?» «Что?» – ответил я тоном, не допускавшим сомнения. «Разумеется, черти, а вы трусы». И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор. Через четверть часа я спал уже глубоким сном. И во сне мне виделись действительно черти, весело выскакившие из черного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в свои маленькие ладони.